Также глава государства побывал на заводе по производству железобетонных конструкций «Модекс Астана». На предприятии принимают инновационные технологии модульного строительства. Это позволяет существенно сократить время строительства, снизить себестоимость объектов, что влияет на доступность жилья. Из производственных здесь конструкций возвели более 200 000 квадратных метров жилых и коммерческих зданий, рассказали на предприятии.